Общественная палата Российской Федерации представила в среду информационную брошюру «Страшная сказка ИГИЛ», призванную помочь сориентироваться в ситуации угрозы вербовки родственника или знакомого в ряды джихадистов. В ней описываются признаки, по которым можно выявить, что молодые люди попали под влияние вербовщиков. Мы обратили внимание на то, что в последнее время очень много новообращенных, поэтому атеистов, молодые люди разочаровываются, и вот этот вот некоторый такой наносной романтизм, это лозунги о том, что там идет передовая борьбы между добром и злом, что ты сделал для Аллаха, что ты избранный, и на самом деле показано, что это жесткий бизнес. С июня прошлого года число завербованных ИГИЛ-выходцев из Российской Федерации, большей частью с Северного Кавказа, сильно возросло. По данным российских властей, джихадистам уже примкнули около 3000 граждан РФ. Для противодействия этой тенденции брошюру «Разоблачающий ИГИЛ» планируется распространить в школах и вузах России, чтобы с ней смогли ознакомиться все.